Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня я зашла в проект CryptoSpeed. Значит, у них акция, предстарт идет. До старта 4 дня. Это рекламная площадка. Я никого не зазываю, просто делюсь с вами информацией. Значит, так, рекламка моя. Сейчас я ее закрою. Секундочку. Он завис. Так, это рекламная площадка. Так, рекламная платформа нового поколения. Стабильный постоянный заработок. Движение вперед к цели. Значит, здесь все кратенько, все расписано. Я шиковать не буду. Как бы я зайду на 3 доллара на пакет. АД пакет, да? Есть за 9 долларов и за 30. Ну, в соцсети. Все вот кратенько. И платежная система Bitcoin, Payeer, Ethereum. Регистрация здесь очень простая. Разобраться несложно, кто захочет присоединиться. Я же уже зарегистрировалась. И сразу же я пополнила кабинет. Но пакет я не покупала. Сейчас я зайду в кабинет. Посмотрим, как все изнутри. Витрины. Войти. Значит, я еще ничего не заполняла. Ну, вот тут тоже, опять же, отсчет времени до старта. И сразу же на главной страничке наша партнерская ссылочка. Две ссылочки. Значит, ну вот это главное. Профиль. Это все я потом заполню. Я только что зарегистрировалась. Напоминаю. Значит, кошелек. Я нажала пополнить. Сюда вводите сумму, если кто захочет присоединиться. И выбираете платежные реквизиты. И там далее по схеме вас перебрасывает на платежные реквизиты. Как бы... Ну, я с Payeer пополняла, вот у меня 3 доллара. И здесь как бы еще есть инструкция, кому непонятно. Так, значит, и АД-пакеты. Вот за 3 доллара, за 9 и за 30. Как я сказала, я шиковать не буду. Куплю, нажимаю купить. Все, я купила пакет. Далее вкладочка «Мои партнеры». Будут отображаться программы, транзакции. Вот. Рекламная панель, рекламные инструменты. Здесь баннеры находятся. Далее инфраздел, новости, поддержка. Вот такой вот проект на предстарте. Насколько мне известно, можно хорошо заработать. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.